Очень мощный морозильный шкаф, мы его называем шокером. Вот он сейчас ушел в оттайку, будет повышаться температура. 37 на нем реально мы засекаем уже не первый день. Концевик, сейчас увидим поток пара из морози. Хороший обдув, не шокерный обдув, конечно, не с такой прогрессивной, но мощный. Толстенная изолированная дверь. Визуально он тоже ровный, симпатичный, весь в нержавейке.